Привет, с вами команда Танки Онлайн Тьюториалс. Сегодня мы будем паркурить на карте Жаворонки. Мы будем забираться вот на этот красный дом. А для этого нам понадобится один дикорельс М3 модификации и один хорнет М3 модификации с рельсой любой модификации. Дикорельс становится под мостом, как это показано на видео. Хорнет рельс ставит мины на краю моста. Далее хорнет рельс забирается на дикорельсу. Дикорельсом примечивается на мину. Отъезжает задней частью своего корпуса ближе к баннеру. Хорн включает нитро. Диктатор включает броню и нитро. По готовности диктатор разгоняется. Подпрыгивает на мине. В этот момент Хорн начинает с него газовать. И в этот момент... выстреливает диктатора. Я думаю, вы поняли. Ну что ж, начнем. Вот так мы забираемся на этот дом. Не таким уж и хитрым способом, но довольно-таки легким. Yeah. Всем спасибо, с вами была команда Танки Онлайн Тьюториалс. Подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайк. Пока!